Клубничка еще у нас есть. Не снимала для вас давно. Всем привет, всем доброе утро. Такой подсолнух у нас расцвел, и вот эти расцвели маленькие. Не снимала практически ничего для вас вчера, потому что ездили в пенсионный, возили документы Олегу. Вот. Всем привет. Ну и что я хочу сказать. Документы у нас приняли без проблем. Нас принимал очень хороший специалист. Такая, знаете, вежливая. Прям все хорошо спросила. Все это самое. Все приняла. Все записала. И взяла документы. И теперь будем ждать декабря. В декабре будет выплачено. Первая пенсия нам назначена. Олегу, вернее, назначена. Я-то на пенсии, если кто знает. Так, сейчас мы накормим индюшат. Ну, как вы у меня тут, мои хорошие? Кушать хотите? Что-то вчера они тут не доели. Сейчас, секунду. Кушайте. Одного индюшонка хромает он. То ли он прыгнул там на что-то, то ли чего. Так и не поняли. Но один хромает. Ну, слава богу, что кушает. Возможно, что-то растяжение сделал. Я думаю, заживет. Вот так в нем сидит. Вон тот вот средний. Видите? Не средний, вот второй от этого. Кушай, кушай, кушай. Вот. Я их начала им пропойку делать, навела им опять по Золотухину. Сегодня огурчики, у них яблоки. Чуть-чуть кабачка подтерла, как бы, то, что мало там было огурчиков. Тарелку не вставайте, ешьте нормально. Перышки разминает. Один не может. Обижают они его. Вы посмотрите. То, что с лапкой он на него прыгает. Засранец. Ну, посмотрю еще днем. Будет обижать или нет. Отсадить его, что ли, туда, вовнутрь. Пусть он там сидит. Лапка заживает. Сейчас посмотрю. Скорее всего, так и сделаю. Доброе утро. Смотрите, несмотря на то, что один летает, он всегда возвращается в гнездо и сидит с ними. Представляете? Я думала, они начинают летать и улетают, а нет. Сидят. И их по-прежнему кормит мамочка с папочкой. Ждут, наверное, когда все встанут на крыло. Я пришла прополоть свой цветник. Смотрите, как он у меня зарос.
пока я занималась там фруктами, огородом, конечно же, цветник зарос. Сейчас не кушай, тут прополим все это дело. Мексиканская петунья это цветет. Я их 3 штучки посадила. Они у меня были, потом они у меня пропали. Потом я Надюше давала, она мне снова вернула. В общем, в этом году побольше их оставлю. А то оставляла 2 цветочка, и они засохли. Ну, погибли. Они не засохли, почему-то не выжили. Замерзли, скорее всего. Это, как ее звать, Тейшульца зацвела, тут бедненько, одна валяется, куда в одиночестве, не полотая, и кое-как зацвела, но она первогодочка, такая какая-то оранжевая, надо ее прополоть. Да, но всем надо уход, чем больше сажаешь, тем больше полоть. Это у нас кампсис цветет. Помните, я вам говорила, что он агрессор? Он может ползти, вот так вот ползти. Видите, где он выпустил свои эти. Благо, что он хорошо выдирается, его быстро можно поставить на место. Даже вот одной рукой. А их много. В разных местах повылезло, видите. Сейчас еще вот эту. Он так может расползтись, это же лиана. Вот. И может весь ваш сад заплести. Вот он тоже вылез. Я их постоянно выдираю, на самом деле. Вот он. Вот такие вот дела. Так что вот этот кампсис красиво цветет, но не надо давать ему хозяйничать на вашем участке. Вот. Везде. Так что везде я его буду выдирать. Оставляю только вот этот куст. На гибискус напала белокрылка. Сейчас вот здесь вот полола и увидела. Ну что такое белое? Сейчас надо срочно обработать, иначе он будет болеть. Он, кстати, тоже зацвел. Вот, смотрите, выпало. Все, сейчас поливать не буду, вечером полью. А то трава вся встанет. Пусть она за день высохнет. А гибискус-то зацвел. Так что вот так. Розочки сейчас пока отдыхают. Они, скорее всего, до осени будут теперь. Ну так, местами будут цвести. И все. Пообрежу сейчас сухие. Вот видите, белокрылка еще и на розу перекинулась. Обязательно нужно сейчас все обработать здесь. Весь розариум. Это ужас какой-то. Что, двое осталось? Еще один улетел? Тивозички мы. Двое. Утром было 4, сейчас 2 сидят. 2, видать, с мамочкой, с папочкой летают, учатся. Да? Вот они сидят, солдатики.